Гродненского областного комитета БРСМ новый первый секретарь. Им стал Андрей Есин. Ранее он занимал должность второго секретаря комитета. Напомним, Анна Сарасек, которая до недавнего времени возглавляла БРСМ нашего региона, утверждена в должности директора Гродненского музыкального колледжа. Цели и задачи общественной организации остаются прежними. Сейчас особое внимание уделят сезону студенческих отрядов, где будут трудоустроены сотни человек на временную занятость. Впрочем, некоторым повезло, и их трудовые будни пройдут на морском побережье. Наши студенты уже приступили к работе в Анапе, Российской Федерации, на берегу моря. Уже порядка 50 человек работают. Поэтому, конечно, усилить роль именно студотрядовского движения в нашей организации.